Харе Кришна, Шрила Прабхупада Ки Джай, храм ведического планетария Ки Джай. Председатель Амбариша Прабху и вся команда храма счастливы представить вам часть храма, посвященную Нарасимхадеву, в которой я нахожусь прямо сейчас. Здесь идет активная подготовка к открытию крыла Нарасимхадева, которое состоится в октябре 2023 года. Уже начаты потолок, колонны, алтарь, и скоро вы это все увидите готовым. Амбариша Прабху внесет $250,000 на строительство этой части храма. И до 15 мая на Нарасимха Чатурдаши каждый из вас также может участвовать в этом для удовольствия Шрилы Прабхупады и Панкаджангри Прабху. Пожертвования, которые вы внесете в период с 3 по 15 мая, будут удвоены Амбариши Прабху и направлены на крыло Господа Нарасимхадева. Строительство идет быстрыми темпами, команда полна энтузиазма, и с вашей помощью у нас вместе все получится. Подробности, как принять участие в кампании Нарасимхадеву, смотрите на сайте qvp.org. Вы можете спонсировать кирпич Нарасимхадеву или медальоны. Бронзовый медальон за $2000, серебряный медальон за $3000, золотой медальон за $5000. У нас есть 2 года, чтобы достроить и открыть крыло Нарасимхадева в срок. Пожалуйста, помогите нам удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Участвуйте в кампании для Господа Нарасимхадева. Давайте вместе сделаем это. И в октябре 2023 года будет грандиозный фестиваль, посвященный открытию крыла Нарасимхадева. Большое спасибо вам, Харе Кришна.